Майский жук – это насекомое из семейства пластинчатоусых. Научное название – Нелолонта. В основном это крупные жуки с коричневыми или черными телами, которые можно увидеть весной, чаще всего в мае. Отсюда их название. Основные характеристики майского жука. Внешний вид. Длина тела жуков составляет от 2 до 3 метров. Тело овальной формы, с крепкими ногами и усиками, которые заканчиваются пластинчатыми расширениями. Цикл жизни. Жуки откладывают яйца в почву, из которых выводятся личинки, называемые хрущами. Личинки живут в почве несколько лет, питаясь корнями растений, и могут причинять значительный ущерб сельскому хозяйству. Взрослые жуки питаются листьями деревьев, чаще всего лиственных пород, таких как дуб, береза и тополь. Ареал обитания. Майские жуки распространены в Европе, Азии и Северной Африке. В России и Украине они тоже довольно распространены. Майские жуки активно летают в вечерние и ночные часы, привлекая внимание своими громкими звуками и массой.